Всем привет! И сегодня я хотел бы рассказать о своей новой microSD HC карте памяти на 32 гигабайта от компании SanDisk. В комплекте с картой есть SD-переходник. Карта высокоскоростная, объемом 32 гигабайта, обладает максимальной скоростью до 90 мегабайт в секунду. В левом углу есть отметка, предназначена для экшн-камер. Карта 10 класса с Ultra High Speed 1 интерфейсом 3 класса. Максимальная скорость чтения до 90 мегабайт в секунду, максимальная скорость записи до 40 мегабайт в секунду. Откроем упаковку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри, помимо самой карты и переходника, имеется ключик на годовую подписку к программному обеспечению для восстановления – Rescue Pro. Вот так выглядит карта с переходником. В переходнике карта сидит плотно, и можно не беспокоиться, что карта случайно выскочит и потеряется. Для теста будем использовать специальную программу Crystal Disk Mark версии 5, измеряющую последовательную и случайную скорость чтения записи накопителей. На результаты теста может повлиять центральный процессор, поэтому проведем два теста на планшете Surface Pro 3-го поколения и на стационарном компьютере. Первый тест проведем на планшете. Вставляем карту в гнездо под карту microSD, запускаем программу, выбираем карту памяти и жмем All, чтобы начать тест. В итоге имеем следующие результаты. Максимальная скорость чтения 90 МБ в секунду, максимальная скорость записи 70 МБ в секунду, минимальная скорость чтения 5,8 МБ в секунду, минимальная скорость записи 2,3 МБ в секунду. Теперь проведем тот же тест на стационарном компьютере. Запускаем программу, выбираем диск и запускаем тест. Максимальная скорость чтения 93 МБ в секунду. Максимальная скорость записи 71 МБ в секунду. Минимальная скорость чтения 9,8 МБ в секунду. Минимальная скорость записи 6 МБ в секунду. Теперь давайте с помощью Windows попробуем скопировать файл в несколько гигабайт на карту из карты. По результатам теста мы видим, что карта показывает отличные результаты. Скорость не только полностью оправдывает показатели, заявленные производителем, но даже превосходит их. В общем, если вам нужна по-настоящему быстрая карта, например, для съемки видео в 4К, то SanDisk Extreme станет отличным решением, и карту можно смело рекомендовать к покупке. Ну что же, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, всем пока!